«Шаг в цифровое будущее». По таким девизам прошел урок цифры для учеников школы номер 4. Ребята познакомились с самыми востребованными профессиями. Тему продолжит Наталья Дуркина. Савелий Достовалов с компьютером на «ты». Одноклассники просят его обрабатывать фотографии и помогать с проектами. Юноша разбирается в графике и мечтает стать дизайнером. Мне очень понравился сегодняшний урок. Там говорили много всего интересного о современных технологиях, о искусственном интеллекте, о людях, айтишниках, которые работают за этими компьютерами. Рассказывали очень интересно. Я хочу стать графическим дизайнером, тоже работать на компьютере. Мне это нравится, вот эта сфера. Сфера новых технологий заинтересовала Василису Ковалеву. Девочка с 3 лет изучает английский язык. В планах после окончания учебы открыть свою фирму и преподавать для всех желающих. Я хочу учить детей, но, как, например, сейчас был период коронавируса, и вот у меня мама, она работает учителем английского, и она уже по Zoom занималась с ребятами. Я вот тоже хочу учить детей, потому что мне это очень нравится, английскому. Урок цифры – это масштабный проект для школьников о самых востребованных навыках. Сегодня ученики 8 Б-класса 4-й городской школы познакомились с цифровым производством. Ребятам рассказали о профессиях будущего. Школьники должны ориентироваться в перспективных направлениях будущего России. Соответственно, мы в этом помогаем. Сегодня на уроке мы разобрали и интернет вещей коснулись, и цифрового двойника предприятия, соответственно, аддитивные технологии немножко рассмотрели, познакомились с понятием бизнес-аналитиков, что они делают, чем занимаются. Это новая, как бы, совершенно специальность. Возможно, кто-то из них станет бизнес-аналитиком. Урок цифры проводится на протяжении 2 лет. Большая часть тем направлена на профориентацию. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север».